Оркестру Военно-морской академии Санкт-Петербурга выпала честь открывать плацпарад перед торжественной церемонией возложения цветов к памятнику Засекину. Музыканты признаются, что игра в марше и с перестроениями требует особого уровня концентрации и координации. На мой взгляд, это высшая степень владения музыкальным искусством, потому что человек не только должен в совершенстве владеть инструментом, у него еще должно быть все в порядке с координацией движений, потому что ходить и играть, ну, это крайне сложно. Всего перед церемонией возложения цветов перед гостями выступили три оркестра. Помимо Военно-морской академии, это коллективы Адмиралтейского оркестра Ленинградской военной базы и Военного оркестра штаба Черноморского флота. Все они участники масштабного фестиваля на сопках Маньчжурии. Коллективы играли не только традиционные марши, но и аранжировки военных песен и свои вариации детских музыкальных композиций. В том числе и песню «Ко дню рождения» из мультфильма о крокодиле Гене и Чебурашке. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.